А вот перед нами скворечник. Обратите внимание, какой интересный скворечник. Он растет из воды. Лампочка, все для удобства птиц. Вот видите, тут еще и электричество подведено сюда, чтобы птичка могла посмотреть телевизор или интернет. Водосточная труба свисает. В общем, все для блага братьев наших меньших. Вот, друзья, посмотрите, какое огромное здание. Тоже стекло и бетон. Индийцы прошли перед нашим кинообъективом. Вот кафе «Мозес» тоже, очевидно, Моисей. Очередной архитектурный шедевр. А вот это, вероятно, солнечная батарея, друзья. Это батарея, которая собирает, конденсирует энергию солнца. За этими батареями будущее, насколько я понимаю. Вот давайте посмотрим, как там внутри. Вот видите, система управления. Идем с вами дальше. Вот мы, друзья. Ага. А вот туалет. Уличный туалет такой. Не знаю, вы видите ли там сквозь стекло унитаз. А вот это кухня, тут умывальник, дальше под стеклом стаканы стоят. Папки. А это шкаф. То есть, вероятно, это такой вагончик для путешественников. Его ставят на платформу, может быть, а может быть и нет. Идем дальше, друзья. Заглянем в этот домик. А, водичка тут стоит. Я не знаю, для чего это нужно, друзья, но то, что это оригинально, это интересно, это несомненно. Вот мы сейчас, друзья, подошли к улице Аленби, одной из центральных улиц города. Там еще дальше, если пойти прямо, будет продолжение, уже небольшая часть продолжения бульвара Ротшильда. Может быть, мы посмотрим это в другой раз. А сейчас, друзья, мне нужно свернуть на улицу Аленби, потому что я направляюсь за покупками на Шук, на торговый рынок. Давайте мы с вами немножечко еще посмотрим улицу Аленби.
красный свет. Итак, бросаем с вами последний взгляд на бульвар Ротшильдов и прощаемся, надеюсь, временно с ним. И идем по улице Аленби. А, это одна из центральных улиц города. Она состоит сплошь из магазинов. Самых разнообразных магазинов. Вот витрина магазина вот такая продуктовая. Нижний магазин. Мидрахи, Тефахот, Восточный банк. А вот, друзья, прямо перед нами, с такими колоннами, это здание Центральной Тель-Авивской синагоги. Сейчас мы с вами подойдем поближе к ней. Магазин свежих фруктов. Опять книжный магазин перед нами. Ювелирные украшения. Музыкальные инструменты. А вот такой садик, обратите внимание, вот что мне очень обалденно нравится в Тель-Авиве, это вот такие дворики, вот такие садики. Вот там внутри дальше кафе. Вот здесь вход в музыкальный магазин, видите, пианино продают. Вон их сколько, самых разных. И вот здесь такое интересное кафе. Оригинально, не правда ли? Это все оформлено. Так, выходим. Это вход, друзья, в синагогу, в центральную, в Тель-Авивскую. Сейчас автобус проедет, и мы посмотрим.
Вот. И, друзья, на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго.